Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Строительство трехкупольной церкви на территории медкомплекса в 602-м микрорайоне на Салтовке началось еще полтора года назад. Уже прошлым летом здесь открылся нижний храм. Спустя год прихожан впервые принимает и верхний – храм Преображения Господня. Господь преобразился перед апостолами, преобразился. И Он доказал, что Он действительно Господь. И с облака был голос, что это Сын мой возлюбленный. Вот Его слушайте и Ему повинуйтесь. Спаси Боже, Твое благослови достояние Твое. На первой литургии людно. Верующие делятся. Расположение храма на территории медкомплекса очень удобное. Для больных это очень хорошо. Когда больной, например, идет на операцию, он идет с душой, что его Господь спасет и поможет. Поэтому я говорю, верующий человек, для верующего человека это большое блаженство. Хоть внешне храм достроен, внутри еще не все работы завершены. Расписывать стены пока рано, объясняют в церкви. Нужно, чтобы святыня прижилась на новом месте. Когда совершается молитва, как сегодня мы освятили Христов, освятили храм, уже начинается духовная жизнь этого прихода, духовная жизнь этого храма. Уже не просто стены, а это Божий дом уже. Марина Ступак, Алексей Калмык, медиагруппа «Объектив».